КПП войсковой части 47-279, 50-346, 50-319, 25-477, Алтыслагерь. Мы на территории уже здесь находимся. Здесь же размещались подразделения войсковой части 42-030. Да, делаем видео не первый раз здесь, а в зимнюю пору первый, можно сказать, раннюю зимнюю пору. Выпал вчерашним днем снег, 5 градусов мороза, да, времени 10 часов, начало 11. КПП, убирать снег тут некому. Каштанин аллея прямо, направо на аэродром, ЖД переезд, и мы пойдем с этого места, вот ЖД переезд, в центр городка походим сегодня по снегу. По снегу, да. Да, я сказал, что рано, ранняя зимняя пора. Действительно, это ранняя, 29 ноября, уже снег лежит, снежный покров. Общежитие. Вот видно, сколько тут на лапах снега. Ну, таять он не собирается, будет лежать еще. Во всяком случае, неделю точно будет снежный покров. Еще будет снег идти. Потом вроде потепление будет. Посмотрим, что будет. Общежитие. Также упоминал, что некому снег тут почистить. Но охрана была, видимо, вот видите следы. Автомобиль проехал. То есть ЧК не дремлет, да. Покидаем мы КПП. Солнце пробивается. Не было солнца. Да, ожидается снег сегодня. Снегопад. Здесь вход в общежитие. Вот тут. Котельная. Вон как она выглядит сейчас. В заснеженном состоянии. Не видно, что он такой. Разруха. Мы ранее видели здесь и шиповник цвел, и акация белая. Сезон, конечно. Сейчас вот в снегу все. Да, источник тепла в казармах и в других помещениях, как источник горячей воды. Это все здесь. В котельной. Да, я уже говорил, 5 градусов. Морозы. Может быть, 4. Ощущается, конечно, больше.
Вот здесь сразу. Тут забор снят. И тут курилка. Вот опять ориентир КПП, где мы начинали видео. А сюда забор вот был. Он сейчас тут есть, сейчас он снят. И вот тут курилка войсковой части. Это уже мы перешагнули забор. Вот. И это курилка войсковой части, подразделений войсковой части 42030. Это вот столярный цех. Этой части. Ну и прямо туда, в сторону штаба. Он слева будет. Штаб, санчасть. С правой стороны будет клуб. Вот здесь был знак гвардия бетонный. Вот тут где-то все находилось. Да, именно тут начиналась эта конструкция. Вон уже проглядывается с правой стороны здание клуба. Забор. Мы дальше идем. Вот здесь еще знак стоит. Остановка автобуса. Вот тут это все было. Да, мы дальше не идем. На то есть причина. Мы здесь завершим видео, начну другое. А тут площадка сразу, вот здесь площадка. Поросшая лесом, вон проглядывается котельная. Там дальше забор, и там уже угольный склад. Развернулись, выходим. На исходную, почти что на исходную. Мы пойдем сейчас направо, туда, где расположение войсковой части 42030.